Всем привет, вы на канале Кочевники, и с вами Саша и Рита. И сегодня мы приехали в настоящее сафари. Погнали? Погнали. Ребята, у нас сегодня будет необычный выпуск. Мы приехали в город Клин. Это город, который находится в Подмосковье. И мы приехали на настоящее сафари. Помимо сафари, сегодня будет еще обзор самого города. Прогуляемся по его исторической части и покажем вам много интересного. В общем, как всегда, крутой маршрут на выходные. Так, ребят, мы приехали к первой точке нашего сегодняшнего маршрута. Это такой очень красивый, большой загородный клуб. У нас там автобус наш припарковался, и мы сейчас ждем, когда нас заберут на гольф-карах и отвезут, собственно, уже к животным. У нас сегодня будет, такое что-то похожее на сафари. Посмотрите, какое красивое место. Такие деревья здесь огромные. Все в зелени. Очень красивое здание в таком, знаете, стиле шале. Я такое обожаю. Весь комплекс в одном стиле. Очень круто все выглядит, конечно. И мы вот здесь сейчас ждем. Вон, я вижу, уже едет первый гольф-карчик, который отвезет нас, куда-то нас отвезет дальше. Вот так вот выглядит. Как раз таки написано на нем сафари-парк. Такой симпатичный. Кенгуру, олени, бизоны, лемуры, альпаки. Прелесть какая. Я, честно, даже не знала, что в Подмосковье есть какое-то местечко, которое можно назвать сафари-парком. Поэтому сегодня будем оценивать, похоже нам на сафари-парк или нет. А сравнить нам на самом деле есть с чем. Так, ребятки, мы доехали перед сафари, можно купить корм, прикиньте, вот эта вот чашечка корма 500 рублей стоит. Это, конечно, жесть, но это и отель, извините, 5 звезд. Кстати, сафари находится в отеле. Ребят, я тут посмотрел, сколько стоит здесь ночь, это тихий уж 67 500. Это самый простой номер. 500 за стаканчик с едой. Поэтому 500 за стаканчик с едой, это вообще недорого здесь. Здесь же ларек, где можно сувенир купить, зверюшек каких-нибудь. И здесь же покупаете корм, вот этот за 500 рублей, поэтому возьмите с собой. Карточкой можно платить? Можно. Картой можно платить, отлично. Левый. Да, прикольно. Ага. И здесь же еще вот такая вот стоит штучка, когда кормят, получается, животных, что ли. Сафари-парк сделан в таком, знаете, древнерусском стиле, очень, конечно, классно, невероятно потрясающе красиво, но ценник тоже невероятный. Всем, кстати, раздали вот эти штучки, чтобы... Радионяня. Да, чтобы слушать экскурсию. И вот смотрите, какой красивый здесь стиль. Все прям очень-очень круто сделано, очень продумано. Сегодня погодка еще такая пасмурная слегка. Надеюсь, дождик нам не помешает. Любимые мои резные окна, березки везде, хвоя. Ну, короче, красота, конечно, невероятно. Вот он, наш сафари-автобусик, на котором мы приехали сюда. И отсюда же мы на нем и уедем. Территория, ребят, просто гигантская, огромная. Здесь чего только нет. Это вот, кстати, туалет такой стильный сделан. Большая территория – это, конечно, вот такой лес прекрасный. Я на самом деле случайно наткнулась на такую экскурсию. Мы сейчас активно ездим по Подмосковью, по ближайшим регионам. И вот я увидела, что есть такое сафари. И мы решили посмотреть, что за сафари. Я даже не знала, что оно на территории отеля. То есть сюда просто как однодневные экскурсии привозят на автобусе. Вот мы приехали. Без ночевки, без заселения. 67 тысяч я бы удавилась заплатить. Вот. И просто нас здесь сейчас поводят, все нам покажут. Я сравню, мы, потому что в Казахстане были в сафари-парке, во Вьетнаме были в сафари-парке и на Бали были в сафари-парке. Вот сравним сейчас все эти сафари-парки. Они, конечно, все разные, но все равно, плюс-минус. По ценнику мы уже сравнили. Ценник здесь выше всех сафари-парков, в которых мы были, по крайней мере, на корм для животных. Смотрите, здесь живет шотландская корова. Млекопитающая плоскорогая. Вон он, красавчик такой. Сейчас камера фокус поймает. Опа, такой огромный, на яка похож. Просто, а это корова, представьте, шотландская. И вон там вон еще малыши. Малыш такой пушистый, хорошенький. Это бык, и там, видимо, тоже бык еще один. В общем, ну большой у них достаточно загон все равно.
И там вдалеке я вижу уже олени ходят, ребятки. Здесь еще можно подняться наверх и полюбоваться коровками сверху. Пойдемте, поднимемся с вами. Ой, слушайте, здесь такая мини-ферма. Я сейчас сверху вижу отличный обзор и запах тоже отличный. Смотрите, да здесь настоящая такая эко-тропа сделана сверху над всеми загонами. Можно ходить и сверху любоваться животными без сеток, без решеток, чтобы как бы вам ничего не мешало. Опа, опа, бежит за вкусняшками. Торопится. Такой пушистик хорошенький. Бежит к людям. Я реально первый раз вижу, чтобы вот такую вот огромную тропу сделали. И она прям сквозь деревья проходит. И внизу разные животные пасутся. Там дальше еще другие будут звери. Классная идея. Пришли, смотрите, лопают вон там внизу. Люди кормят их. Да, я уже посмотрела, что это шотландские коровы. Такие пушистики вообще. Лакомиться пришли. Блин, ну вот эта идея очень классная, конечно. Что вы не через сетку смотрите, а сверху вам и все хорошо видно. О, дождище пошел, ребята. Такой сильный капец. Прячемся от дождичка. Неожиданно. Вроде не было. Как ливанул. Капец. Здравствуйте, мокрый нос. Такой носяра. Да, ох, у тебя, говорит, ничего нет, что-то пальцы мне свои пихаешь. Ой, Росенький, давай дам тебе яблочко. Ой, какой язык шершавый. Ой. Все, теперь я поняла, как корова языком слезала. Облизнул меня всю. Еще меня облизнул. Здесь типа контактного зоопарка. Вот одна вот мордень торчит, баранья. Давайте. Кусайте. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вторая мордень. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бараньи морды. Опа-опа. Козы уже пришли. Еще наглый черный баран. Палку двигает. Стой. На коня. Ой-ой-ой. Можно сверху. Они неплохо подпрыгивают. Да? Давай посмотрим. Что вы там? Подпрыгивайте давайте. Не хотят они подпрыгивать. Они вон свои. Опа. Ня. А он яблоко не хочет, прикинь, зажравшийся. Будешь яблочко? Яблочко. Возьмете? Ты еще яблоко не ешь? Ну вы вообще охамели, ребята. Меня облизнула эта корова шотландская. Как у меня рука теперь воняет. Ужасно. Просто жесть. Зато... Слышали, как он орет? Зато кончился дождь. Можно теперь спокойно погулять. Кстати, смотрите, какая здесь классная площадка для детей. Батуты есть, всякие лазилки, все из дерева. И контактный зоопарк рядышком, пожалуйста. Ты такой пушистый, такой нос у тебя пушистый. Морковочку желаешь? Желаешь морковочку, конечно. Но я не могу с их носов такие. Ты видишь что-нибудь из-за своей челки-то? Красавчик. Так, дальше здесь такой большой вольер с страусами и с потомками какими-то казуар. Вот, подходить близко нельзя, надо держать дистанцию, то клюнет. Буду совсем дурочкой. Такие они огромные, конечно, вообще гигантские. И тупые, просто как пенечки. Здесь вольер с сурикатами, сейчас дождик, и сурикатов не видно. А нет, вот один сурикат появился. Ничего себе, посмотрите, какой огромный. Интересно, заинтересуется ли он кормом? Заинтересовался. Жалко, покормить его нельзя, поэтому будем только дразнить с этой стороны. Конечно, это для детей, наверное, потому что они для дяденьки 100 плюс килограмм. Ну, не 100 плюс, но стремящиеся. Так, а здесь живут милаши-альпаки. Но, честно, они настолько отожранные, что они не едят никакую еду, которую там в баночке нам дали. Просто бегают туда-сюда. И все. Ничего не едят. Ну, какие холесенькие, конечно. Пушистики. Что ты? О, такой, что? О, что-то жует. Такой смешной. Или смешная, не знаю. Кто ты? Смешная? Скажи, пожалуйста. Ням-ням-ням. Опа, еще один идет. Ой, прическа какая у него. Прикольная.
Видите, они вообще не хотят, не едят такое. Они морковку, говорят, предпочитают. Морковку? Морковки у нас нету. Смотрите, кого мы тут в вольере заметили. Малыш один совсем, такой маленький зайчка. Крохотулечка сидит. О, крупным планом вам. Смешные они такие, конечно. Говорят, что вот, чтобы купить одну такую штуку себе там в загородный дом или куда-то, 1,5 миллиона стоит. Представьте, 1,5 миллиона. Она еще и плеваться на тебя будет потом. Кошмар. А это мальчик. И говорят, что он может и укусить, и плюнуть. И вообще не очень приятная личность. Он вообще живет в отдельном загоне, потому что, видимо, еще и дам своих покусывает. Опа, подходим. Как пудель пострижен, так смешно. Толстые такие ножки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. До свидания, не дотянешься. Оп, на морковочку повелся. Вообще контактный зоопарк выглядит вот так. То есть такие заборчики. Как бы загоны, получается, заходите из одного в другой, и здесь разные животные. Когда в таких зоопарках там козочки, овцы, там ламы, это я понимаю, это как бы, ну, окей, ладно, они и так живут в таких условиях. Но когда там обезьянок держат, да, или еще каких-то животных, которые, ну, совсем непривычны к таким условиям, мне это прям очень-очень сильно не нравится. Ребят, смотрите! Сердечки на боках у них. А-а-а, милаши какие плюшевые. Вредные, конечно. Смотрите, какое дерево здесь в центре стоит. Прикольно. С лицом забавное. Ой, у нее тут даже несколько лиц. Здесь лицо, здесь лицо, здесь. Страшновато даже немножко. Так, у нас закончилась часть, получается, где контактный зоопарк был. И сейчас мы по вот этому вот мостику вернулись на него. Идем смотреть на животных сверху. Это, получается, вот такое здесь сафари. Я думала, сафари на машинках будет. Нет, сафари просто именно поверху, что мы ходим, оказывается. И здесь уже животные, которые не социализированы, не привыкшие к человеку, их нельзя кормить. Можно только сверху за ними наблюдать, не мешая их личной жизни. И они как бы уже в таких огромных вольерах. Смотрите, вон первый представитель, олень. Вон одни рога торчат у него. Вон там он еще лежат, отдыхают. Такие рога у них огромные, конечно. Там вон пасется около прудика небольшого. Ну и в целом, смотрите, какая у них большая территория. И туда дальше она уходит. И не видно даже ни забора, ничего. То есть они здесь везде свободно ходят, а люди наблюдают за ними вот сверху на этом мостике. Так, у нас опять начался дождик, поэтому сейчас буду вам быстренько показывать. Вон там вон северные олени гуляют. Вон он бежит, красавчик. И вон там вон еще целая куча оленей тоже. Там пятнистый олень отдыхает. В общем, здесь разные виды оленей живут. Красивый, самый пятнистый. Прикольно, что здесь, сейчас опять дождь начался, во-первых, здесь есть такое кафе, прямо на этом мосту расположенное. Ну, такое небольшое, можно сесть, единственное, сейчас дождь, вон там, вон, под навесом только одно место. Вокруг скамейки такая небольшая барная стойка, и продают горячие пончики и чай. Конечно же, не удержалась, я и взяла себе свои любимые пончики. Цена, кстати, ну, наверное, ок. За 3 штуки 200 рублей. Можно остатками овощей закусить. Животные здесь настолько откормленные, что овощи они нам предложили есть сами. Вот. Такая вот красотища, они горячие, ребяточки. И черный чай. Чай 150, пончики 200. Так, ну что, ребятки, давайте попробуем эти горяченькие пончики, прекраснейшие. Прикольно. Круто, что они свежие. Что их пожарили прям перед тем, как продать. Дождь опять идет, портит нам просто всю прогулку, всю съемку. Я боюсь, что камера накроется от воды. И посмотреть толком ничего не успеем, потому что прячемся от дождя все время. Здесь надо прям, знаете, гулять и высматривать. Мы шли-шли и даже не замечали, что вот тут вот в кустах лежит олень, отдыхает. Вот он. Там дальше чуть-чуть яки лежат, целое стадо. Попозже вам. Еще есть? Вон там, вон, видите, еще ныкаются олени. Пятнистые лежат. И рогатые очень много. Но видно, их плоховато, конечно.
И вон там он еще олень гуляет. Вон он ходит. Ого, их как там много, обалдеть. Вот тоже лежат. Такие рога у них огромные, конечно. Вообще. Жалко, что так плоховато прям видно. Камера, не знаю, ловят, нет. Но вон там прям много их. Кто-то лежит, кто-то стоит. И они притом разные все, разных видов. Прикольно. Красавчики. Так, в самом конце сафари-парка этой тропы. Тут курочки, индюки. Сейчас индюк глумился над нами. Ой, фазан какой красивый. Тоже козы. В общем, ничего такого. Чаечек допиваем и пойдемте ловить оленей. Группа наша ушла уже куда-то далеко. Так что пойдемте на фото камеру попробуем оленей заснять. Ребят, смотрите, какого красавчика засняли. Ой, какие же они все-таки грациозные, красивые животные вообще. И эти рога невероятные. Очень красивые. Ну, поверни сюда мордочку свою, Олешечка. Хи-хи-хи. Красивые вообще. И природа вокруг просто бесподобная. Очень красиво. Я так понимаю, что здесь все-таки есть сафари, потому что вот есть дорога, и мы были на сафари, там примерно такая же история, что ты приезжаешь из одной части в другую, вот эти ворота открываются, проезжает машина, они закрываются за тобой. Просто это, видимо, не для нашей нищенской экскурсии, а для, ну, подороже, видимо, не знаю. К нам на полных парах мчится олень просто. А чего мимо-то нас? Такой маленький совсем, а рога у него плюшевые. Оп-оп-оп-оп, нём-нём-нём-нём-нём. Так бежал он быстро, бедала. Зажратый, посмотрите. Яблоко выбросил, морковку хочет. Не, кабачок он кабачок выбросил. Никто кабачки не любит, честно говоря. О, сейчас будем оленей с вами кормить, они все сюда бегут. Да? На. Ням-ням-ням-ням-ням. Все бегут. Какие они классные. Так, ты уже ел. Давай тебе теперь. Ня-ня-ня-ня. Ням-ням-ням. Кабачок засунешь себе? О, от жадности и кабачок нормально пошел. Это не кабачки, там первый тоже ел. Ух ты ж. Ням маленький. Смотрите, мы шли вот по этому мосту, и, оказывается, они, животные все прятались под мостом от дождя. Поэтому мы их толком не видели. Вон они все ныкались. Здесь это альпака такая огромная. Это лама, скорее всего. Лама гигантская просто. Вон там еще верблюды пасутся. Опа! Такой харкнуть в тебя? Не понял. Уже набирает слюней в рот. За Сашей идет. У него еда в стаканчике. Ого! Блин, они огромные просто, ребят. Я не знаю, больше... Ну, как лошади, наверное, размером. Очень большие. И похожи на лошадей, кстати. И зажратые все. Этот тоже не хочет ничего есть. Зуб один он торчит. Смотрит. Обалдеть. Красавчики. Вы красавчики, знаете об этом? Подозвал к себе верблюда, кормят. Его называют пылесосом. Пылесосом? Такой он огромный, конечно, тоже. Так все, достаточно, пошел. Надоел ему, пошел смотреть, что там еще дают. Так, еще один. Взял. Такие они большие. Обалдеть. Двугорбые. Ага, корабли пустыни. Вообще, каких только животных не создала наша Земля. Это же с ума сойти. Вот такое, если не знать, что они существуют, не придумаешь такое животное. Очень необычное. Вот он, пятнистый олень. Но она вроде как особо ничего не хочет есть, потому что зажратая. И она очень жирная, честно говоря, для оленя. Прям такая, как тумбочка. Вроде как, может, она беременная? Нет, просто большая. Но вроде как олени грациозные должны быть животные. Это на поросенка похоже больше, честно говоря. Откормили тебя здесь, да? Малышечка, красоточка. Красоточка. Ущиплет травочку. Да, но все-таки вот так из-за забора, конечно, вообще не прикольно наблюдать за животными, когда они в клетке. Прикольнее, когда они свободно гуляют, пасутся. Либо когда вольеры просто гигантские. Когда мы были в Казахстане, там вольеры, я не знаю, но конца и края им не видно. И вот там было здорово, паслись олени. А здесь они все-таки все равно в клетках получаются.
Так, и у нас последний, получается, такой вольер. Здесь свободно гуляют гуси, с ним можно фотографироваться, и красивые такие павлины. Там белый павлин есть, там обычные павлины. И здесь, смотрите, как туалеты оформлены, тоже очень классно. Вот такой стиль мне очень-очень нравится, такой прям древнерусский стиль, классный. Саша носит мой чай и корм для животных. Саш, что там рассказывали интересного? Расскажешь нашим подписчикам? Прикиньте, молоко Яков оказывается розовое, похоже на молочный коктейль с клубникой. А еще есть белые павлины, это не альбиносы, это такая мутация. У них нет красящих пигментов, поэтому они просто как большие белые птицы. У нас тем временем следующая остановка — музей клинской игрушки. Елочные игрушки. Вот такой вот красивый музей, красивое здание. И мы сейчас всей толпой идем смотреть, что же там за клинская такая игрушка. Пока мы ехали, нам немножко рассказали про сам город Клин. Откуда такое название? Оказывается, раньше это древний город. И раньше здесь был Кремль в форме клина, то есть такой галочки. Вот отсюда и пошло название Клин. Не музей, а прям дворец какой-то красивый, такой уютненький. Короче, обзора музея не будет, потому что в музее нельзя снимать видео. Фото можно, видео нельзя. У меня вот только один вопрос всегда возникает. Что я такого могу снять на видео, что я не могу снять на фото? Что? Ну, как бы, почему можно на фото, нельзя на видео? Я понимаю, там бы роспись какая-то уникальная была, переживали, что ее бы украдут, и кто-то повторит, так тогда и фото нельзя делать. А что еще я такого запретного могу в музее елочные игрушки снять? Короче, все, ничего мы не стали снимать, потому что нельзя согласовать. Нельзя, надо было за месяц согласовывать, чтобы мы 3 секунды тут сняли. Вот, и в магазин в их мы тоже не пойдем, потому что я обиделась. Поддерживать их и покупать мы ничего тут не будем. Все. Так, ребятки, у нас следующая остановка. Это вот такой вот древний храм. Раньше на этом месте был Кремль. Исторический, как раз-таки клином, который, помните, я вам рассказывала, был расположен, в честь которого и назвали город Клин. Вот, но Кремль был разрушен, а вот храм остался. И даже в советское время его законсервировали. Вот, и потом, естественно, он возобновил свою работу. Сейчас он работает, все прекрасно, он уцелел. И даже во время, когда бомбили, фашисты бомбили Клин очень сильно, по 150 авиабомб в день скидывали, представляете, большинство зданий было разрушено, то вот этот храм чудом уцелел. Знаете, я уже замечаю, что ни один наш выпуск не обходится без храма. Обязательно он каким-то чудесным образом у нас появляется. И проехали мы буквально 5 минут, тут за углом были торговые ряды. Пожалуйста, посмотрите, как прекрасно сохранились, какое красивое, большое, длинное здание. Здесь сейчас кафе, рестораны, как и во всех торговых рядах. В таких городках, сколько мы вот не путешествовали, во всех торговых рядах расположены сейчас всякие кафешечки. Здесь на площади сейчас проходит ярмарка. Продают овощи, фрукты, одежду, да в целом все подряд продают. Такая вот ярмарка выходного дня. Очень красивые здесь витражи с изображением города Клина. Это вот на торговых рядах. Каждое окно украшено своим витражом. И если посмотреть направо, то здесь сейчас на реставрации такой прекраснейший собор. На нем фрески я вижу, надеюсь, что все восстановят. Очень большой, красивый, такой прям масштабный. Всем, кстати, раздавали наушник, я не взяла, чтобы помехов не было. Но Саша слушает экскурсию, но он не запоминает ничего. Так отдельные моменты мне говорит какие-то. Ой, ну собор невероятный, посмотрите. Самое интересное, что это фрески. Обычно они внутри идут, а здесь прям фрески снаружи. Это храм 19 века. До недавних пор это был дом культуры, и у него не было куполов. Купола недавно восстановили всем миром, и сейчас это уже снова действующий храм. Посмотрите, как красиво выглядит колокольня. Необычно высокая такая.
и здесь храм. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилась наша экскурсия в Клин. Пишите, что нам еще стоит посмотреть, и до новых встреч! Пока-пока!